Мы сейчас выберем помощников, которые будут нам помогать. А все внимательно будьте меня слушать, договорились? Сели на свои места. Сели, ребята, сели, сели, сели. Так, вот девочка пройдет, белой кофточкой, да. Так, и мальчик. Вот, мальчик, иди сюда. Девочка и мальчик. Все, все, один, один, один мальчик идет. Так, девочка вот сюда. Мальчик на левую сторону ко мне. Тебя как звать? Саша и Аня. Ты когда-нибудь фокусы показывала, Аня? Это очень просто делать. Ты сейчас научу. Берем обыкновенный поролоновый кубик, сожмем сейчас его кулачок, внимательно смотрите, ребята, как я это делаю, покрепче сожмем, обязательно, Анечка, 3 раза убьем, и что получается? Ничего себе, здесь еще 3 шарика, 1, 2, Анечка, держите, другой Саше, а третий мне, сколько в руке шариков? 1, давай сейчас, ребята, покажем, берем 1 шарик, 2, берем левую руку, покрепче сожмите 2 шарика, вот так. А теперь 3 раза дуйте, не спеши. 1, 2, 3. Открыли им. Ух ты, а ты сомневалась. Итак, 1, 2, 3. Берем 3 шарика. Так, Сашенька, сожмем. 3 раза дуйте. Давай. 1, 2, 3. Потихонечку. Открыли. Собирай. А мы считаем. 1, 2. Не слышу. 4, 5, 6. Берем 6 шариков. Так, Анечка, покрепче зажмем. 3 раза дуйте. 1, 2, 3. Потихонечку открываем, только на пол. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ребята, вот видите, как можно быстро научиться показывать фокусы. Минуточку внимания. Так, пройдем. Так. Саша, что ты ручки все время делаешь вот так, а? Наверное, что ты спрятался. Ребят, вы не видели, когда я пошел в лес и спрятал, оно показывает, здесь ничего нет. Как? А им что такое? Хитрый, да, припрятал. Ну, и что это ты там припрятал? Показывай, показывай, что у тебя там. Ух ты, сосисками решили дать. Настоящий друг. Спасибо, Сашунь. Так, держи 2 кольца, оставим сюда в стороночку. И внимательно, внимательно посмотри. Колечки целые, проверяй. Вот так ручки целые колечки. Так, сейчас удаю, все тщательно проверяем. Вот так ручками. Так, целые. Стали поудобнее. Взяли 2 кольца вместе в левую или правую руку и покрутили на руке. Вот так. Загоняй свое кольцо. Сейчас ребята помогут достать вам колечко. Так. Второе упражнение будет немножко проще. Взяли 2 пальчиками. Сделали 1, сделали 2, сделали 3. Бросала эту колечко, я не знаю, сейчас. Опа. А Саша уже получил. Ты что стоишь, а? Все ясно. Я, наверное, тебе дал неправильные кольца. Ну, давай сюда. Возьми мои. Попробуй рассоединить. Тренируйся, не стесняйся, будь как дома. Давай, пробуй. Смотри. Берем 2 или 3 кольца. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Запомнила? Продолжаем. 1, 2, 3. Ой, и тебя неправильное. А ну, давай сюда. Давай. Возьми мои. Попробуйте рассоединить. А я вашими потренируюсь. Тренируйся, тренируйся. Берем 2 кольца, смотри внимательно. 1, 2, 3. А теперь вот так. 1, 2, 3. Затем делаем цветочек из 2 и 3 лепесточков. Вот так и все, да? Ты крутишь, вертишь, а? Ну хорошо. Сделай вот так, как я, свои колечки. Молодец. Анечка, сделай, как я, средний любой экране. Вот. Ты за крайний держишь. За средний возьми. Молодец. Прижмите покрепче пальчиками, повторяем. 1, 2, 3. Саша, внимательно посмотри, как я это делаю. О, кто не сообразил, продолжай. 1, 2, 3. Внимательно. Молодец. Вот ты где. Опять ничего. А то ты сюда. Давай, 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 давай. Так, кольца как кольца. Ничего, сверхъестественно. Ну, хорошо. Так, ну что ж ты так, как шарфик, как было прекрасно. Давай я помогу. Вот у тебя было 3 кольца, да? А у твоего партнера было 2 неправильных, ребята, вот и... Ух ты! Хитрый какой, а? Сначала шарики вернул, вверх, все повесил. Хитрый какой. Возьмите за нижние кольца. Да, Аня, подойди ко мне поближе. Я не кусаюсь, подойди. Внимательно посмотрели. Али,